Но перед началом ролика я хочу вам рассказать про сайт по продаже робоксов Robux 500. Тут вы всегда можете купить робоксы по низким ценам. Выдача осуществляется быстро через группу. Я проверял, все четко. А также у них проходят различные конкурсы и акции. Пользуйтесь, все ссылки будут в описании. Друзья, всем здрасте, забор покрасьте. С вами, как всегда, бамбуковый Хакаги Капанда. Добро пожаловать ко мне в гости. Roblox Shindo Live. Так, сбужистики, и сегодня у нас на обзоре будет прикольный мод Человек-паук. Обалдешки. Короче, будем превращаться с вами в паука. Как вы знаете, было здесь... было большое обновление и надобавляли куча приколюшек. Я уже, смотрите, я практически все повыбивал. Оружку я повыбивал, ребята. Так, ну элемента у меня нету. Два блудлайна я выбил уже. На один я снимал обзор, второй еще там ждет нас. Смотрите, и здесь я практически... Вот я оба их выбил. Кстати, вот у нас Cursed Spirit. Сейчас будем, ребята, его тестить. Потом в ближайшем будущем обязательно еще вот эту рептилию затестим. Reptile Cursed Spirit, ребята. Ну и здесь я тоже уже практически все повыбивал. Что там мне тут осталось? А, вот эти две штучки осталось. Ну не знаю, сегодня может еще на стриме или еще день там поиграем, да. В ближайшем будущем тоже на все вот эти, ребята, штуки-дрюки можете посмотреть у меня, ребята, видосики. Ну и все предыдущие видео, как всегда, там будут в закрепленном комментарии. Если кто-то не смотрел, можете посмотреть. Ну и также, конечно же, ребята, не забываем подписываться на канал, жмякать колокольчик и поставить царский бамбука. Мой лайкос, попадос, для того, чтобы не пропускать видосы и стримы. Так, в субботу идем на Кураму, на 10-хвостого. Ну и сегодня еще, кстати, можно будет на 10-хвостика, да, сходить. Но в воскресенье будет раздача робоксов. Ладно, давайте не будем уже томить, ребята. Сейчас затестим эту штуку. Я затестил. Прикольная вещь, вообще имбовая. Ну, точнее, может быть, не совсем имбовая, но веселая. Я пофанился вообще, мам не горы. Так, смотрите, вот у нас она есть. Я поставил, да? Да, я поставил. Смотрите, нажимаем, ребята, Z, активируем нашу стадию, бунчик, красавчик, ребят, смотрите какой, короче, появляются 4 вот таких у нас конечности, такие лапки, и мы, смотрите, прям в воздухе зависаем и на этих лапках ползаем, смотрите, какой красавчик, ребят, ну прикольно же, и еще мы, ну вот, такие вот у нас получается свечение такое, дымка такая, ну и мы, так, морда лица тоже маленько синенькая у нас, смотрите, как светится, блин, ну прикольно же, да, смотрите, ползает прикольненько, прикольненько, обалдешечки, но самое веселое здесь, конечно же, со скиллами, смотрите, после того, как мы ползаем, так, давайте статы, у нас 2100, 2150, 2200 и также 2200, обалдешечки, смотрите, короче, скилл на Ку, Человек-паук, ребят, смотрите, Куха, бум, короче, дамажит, выкидывает паутину и притягивается, и с помощью этой штуки, ребята, можно летать по деревьям, знаете, как настоящий Человек-паук, я когда первый раз увидел, капец, я вообще угорал, смотрите, например, у нас тут есть дерево, да, смотрите, дерево, дерево. Куха! Чу, полетели! А, надо было пробел еще нажать, и тогда бы мы так бы здесь бы типа остались, как будто бы так вот висели бы, да? Короче, прикольно. Во-первых, мы дамажим противника, ребята, на куху. Во-вторых, когда мы его дамажим, мы его еще и фризим ненадолго. Получается, он замедляется у нас. Такая приколюшка, ребята, да? И еще прикол в том, то, что это работает не только на мобах, но и можно куда-то какой-то поверхности, например, смотрите. Хоп, куха. Опа, и мы притягиваемся сразу же. Единственное, что откат довольно-таки большой, там 9 секунд. Можно было бы вот так прям на паутинах летать туда-сюда, туда-сюда. Откат бы был секундочку, можно было вообще бы раскачиваться и прикалываться, да? Обалдешечки, вообще обалдешечки. Так, ну это у нас полбеды. Еще, ребят, смотрите дальше приколюхи. Левая клавиша мыши, и мы выстреливаем, ребята, паутинами. Это просто левая клавиша мыши. И у нас получается дальние атаки. Вот видите, мы как стреляем. Ну не супер далеко, но по крайней мере ближе, чем у нас вплотную, да? И вот так вот у нас происходит, смотрите. Хлоп, хлоп, хлоп. И дополнительный урон еще наносит. Смотрите, по 14 тысяч дамажим. 12, от 12 тысяч, ну практически 13. До 14,5. Прикольно. И такой значок паутинки, да, появляется. Вообще веселуха, да? Так, ну идем дальше. Смотрите, теперь у нас самое главное скилл, ребята, на Z. Активируем Z. И мы превращаемся в большого паука. Смотрите, большой такой паучело. Короче, суть в том, что когда мы вот так вот просто бегаем по противнику, мы тоже дамажим. Сейчас на мобах это все дело проверим. То есть вот так вот бегаем, 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 бегаем. И, соответственно, тоже вот так вот дамажим, 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 дамажим. То же самое у нас есть на Q-скилл. Смотрите, хоп.
и мы притягиваемся, ребята, на пауке притягиваемся. И когда мы вот на этом пауке, не на Z теперь скилл, а на левую клавишу мыши, мы вот такую большую паутину, ребят, выстреливаем. И тоже фризим противника. А, и, соответственно, дамажим. И есть откат здесь. Вот, видали? Хоп, 3 секунды, ребята, откат, по-моему. Хоп, я постоянно левую клавишу, видите, тыркаю. Фига себе, он как далеко выстреливает с ней. Очуметь, нифига себе, смотрите. Это я постоянно стреляю левой клавишей мыши, ребята. Блин, вот это прикольно. Так, ну на куху, конечно, я до туда не долечу. Куха. Блин, долетаю, офигеть, нифига себе. На пробел, короче, деактивация. На пробел деактивируется, Z опять, смотрите. Блин, вот это жесть, нифига как он далеко, смотрите. Ну-ка, до туда долечу, нет, наверное, не долечу. Куха. А, чуметь. Ну, он, короче, летит, до туда достреливает, но полностью до туда не долетает. То есть, короче, он выстреливает-то выстреливает, но... О, луна у нас. Но полностью расстояние-то не проходит. Блин, левая клавиша мыши, смотрите, ребята. Так далеко, да он вообще через всю карту стреляет. Эй, паучела, стреляй. А, у меня мод закончился, ребята. У меня закончился мод. Да? 300, 500. О, у меня он закончился, смотрите, мод. А я все равно в пауке. Ха-ха. Ребята, мод закончился, а я все равно в пауке. Смотрите, да? Ну, косяк какой-то, да? Типа баг. Ладно, пробел жмякаем и все, возвращаемся. Так, сейчас погнали на мобиках, ребят, покажу вам. А потом, соответственно, покажу, как получить его. То есть, место спавна этого свитка, ребят, тоже посмотрим. Так, это у нас есть. Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Там спиточком. Куда? Так, тихо, аккуратненько пролетаем, ребят, пролетаем. На... Вещь прикольная, мне понравилась. Так, мода у меня только нету. Сейчас немножко подождем. Мод восполнился. Z, ребята. Кстати, Z одна стадия. Ну, соответственно, Z2, Z3 ничего нету. А, статы мы там посмотрели, да? Смотрите, погнали, ребята. Так, давайте куха. Бенчик, присосались. Тихо, что это такое было? Куда мы улетели? Левая клавиша мыши. Ну-ка, погодите, я хочу левой клавишей мыши по нему попасть. Бенчик, все, видали, зафризил. Все, попался красавчик. Красавчик у нас попался. Смотрите, левая клавиша мыши. Опа, попался красавчик. Ха-ха-ха. Ну-ка, куха. Бенчик. О, еще и отталкивает его. Так, будем мы его дамажить, когда ползаем? Мы когда ползаем, должны дамажить его. Да, смотрите, вон там дамаг проходит. Правда, поскольку что-то я не вижу. Поскольку там дамажится, нет? Я просто стараюсь по нему ползать. А что-то не дамажится. А написано на Википедии, что должно дамажиться, ребята. Обманули. Что-то обманули, ребята. Либо косяк какой-то у меня. Должно было дамажиться после того, как мы ползаем. Получается, не дамажится, да? Блин, не могу попасть. Красота, ребята. Куха. Его еще, получается, откидывает как-то, да? Короче, по дамагу не особо прикольная эта вещь. Но зато прикольная поэтому. По фану. Бенчик. Смотрите, левая клавиша мыши, ребята. А, мы его еще отталкиваем, смотрите. Они к нам подойти просто не могут. Смотрите, я просто постоянно отталкиваю, да? А потом надо уйти вот сюда. Хлопа, и я уже здесь. Видали, и мы улетели. Можно быстро перемещаться, короче. Не, вещь прикольная, ребят, вещь прикольная. Z. Что-то оно его не топчет. Давай топчи. Блин. Прыжок деактивирует его, ребят. Да, что-то он его не хочет топтать. Топчи, говорю. Топчанская, топчи, говорю. Так, а сколько там хп? Я, короче, его ничего не снял. Что ему там я его снял? Это сколько у меня хп? А, нет, 30 тысяч уже осталось. Нормально. Нормально. Постоянно можно фризить. Смотрите, мы его сейчас вообще, получается, вот так вот левым клавишем мыши, ребят. И можно вообще к себе не подпускать. А если вы в компании, вообще пока один фризит. Смотрите, я его просто вот так вот расстреливаю и все. Он даже практически подойти не успевает. А, все, опять у меня мод закончился. Опять мод закончился. Ну, мы тогда вот так сейчас мы его добьем. Блин, красота вообще, прикольно. Смотрите, куха. Опа, а мы уже здесь. Добрый вечер. Человек-паук уже прибежал. Так, только мод закончился у меня, да? Только закончился мод. Ладно, тогда мы ему вот так вот быстренько сейчас хлоп. Блин, нифига себе ты какой живучий. Не попал, что ли? А, чуметь, он не попал. О, смотрите, опять наверх забирает. Помните вот этого косяка? Я когда на Сент снимал, на Б вот так вот наверх не забирал, а теперь забирает. Это прикольно, ребят, да?
Сколько там у него хп осталось? Давайте, добиваем его уже. Блин, а у меня еще и чихи не осталось. Надо подхиляться маленько. Да хорош ты бить меня. Совсем что ли дикой? Блин, нифига ему как везет. Бэха. Во, опять наверх. Пока он наверху, можно немножко подхиляться, да? И эрочку тебе еще, держи. О, все, меня нет, я в домике, ребят. Меня нет, я в домике. Че, где он там, живой еще, нет? Ох ты, нифига себе, живее всех живых. Пенделя мне еще дал. Держи. И наверх полетел. Наверх! Я сказал наверх. Опа, все, добили. Так, ладно, поприкалывались, поприкалывались. Давайте теперь покажу, где это получить, ребят. Смотрите, Spider Cursed Spirit у нас. В 2.20 в тренинге, ребята. Шанс 1.35. В принципе, на изи можно забрать. Погнали, покажу, где спавнится этот цветочек. Идем вот сюда, вот тренинг. Телепорт, полетели. Так, смотрите, вот я тут внутри. Так, дайте мне сообразить, где эта сторона. Да, вот у нас, смотрите, с одной стороны есть вот такой вот большой забор. Угу. Там у нас речка, здесь забор. Нам, соответственно, нужно вот сюда вот к заборчику, ребята. Вот тут вот будет, ребята. Слева получается. Если смотреть на забор лицом, то получается слева. Вот здесь у нас выход такой. Где-то вот здесь будет, короче, ребята. Во, вот здесь, в самом уголку, ребята. Вот здесь в уголку заберете. Она изи. Вон у нас там три пенька стоит. И вот здесь вот будет. 1.35, в принципе, на изи забрать. И вещь довольно-таки прикольная, да? Еще забыл сказать, знаете что? Проклятая печать. Его можно прокачать до 500 уровня. Да, вот видите, максималочка 500 уровень. Так, но это я еще не качал. Надо будет еще тоже попрокачивать, да? Короче, вещь прикольная вообще. Хлопа, куха. Весело перемещаться. И стреляет оно вообще далеко. Смотрите, ну-ка, отсюда до туда долечу, нет? Ну-ка, делайте ставки, господа. Куха. Нет, оттуда не достреливает, конечно. Была бы вообще, наверное, имба, да, вы? А либо туда вообще, наверное, невозможно залезть. Тут же, знаете, невозможно забежать. То есть, если там у нас это... Ну, граница так называемая. Да, здесь, видите, граница, ребята. Потому что я, наверное, туда не могу переместиться. Сюда смогу, нет? Да, видите, здесь у нас это... Эть! Никак не какается, да? Но зато с другой стороны можно вот так. Блин, это оттуда тоже никак не какается, что ли? Дайте мне хоть куда-нибудь! Какнуться-то, а? Погодите, ребят, что-то пошло не по плану. Вот сюда на веточку могу. Капец, короче, нельзя, ребят. Все, петрушка не работает. Ну, я понял, короче, до туда нельзя у нас тоже добежать. Нужно только до туда, где можно добежать. Вот смотрите, вот тут, наверное, точно можно будет. Бунчик. Короче, ладно, понятно, нигде нельзя, ребят. Все, гейм овер, ребят, кина не будет. Все, ребят, на этом видосик завершаю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Бамбуковый Паук Капанда. Увидимся скоро на просторах Roblox. Всем жму лапу и всем пока-пока. Я же говорю, никуда здесь не тыпехается. Эх, а так хотелось.